эти дни в Молдове нет темы популярнее, чем нейтралитет. Своим видением делились президент, правительство, правящая коалиция и зарубежные политики и эксперты. Глава государства приглашал в Кондрицу бывших послов и политологов. Парламент принял национальную стратегию обороны. Кроме того, была организована конференция, посвященная нейтралитету. Так что это значит сегодня быть нейтральным государством? Какие преимущества дает статус, прописанный в Конституции? Почему, несмотря на это, некоторые считают, что за него надо бороться? Ответы на эти и многие другие вопросы в ближайший час. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. И я с удовольствием представляю моих гостей, те люди, которые добрались сегодня до «Полюса», и которые, как я рассчитываю, будут отвечать на мои вопросы, у нас получится дискуссия. Борис Шиповалов, политолог. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Валентин Бенюк, ректор Института международных отношений. Но в данной ситуации нас интересует еще как один из соорганизаторов той самой конференции, о которой я говорила в самом начале программы. И вам добрый вечер. Виорел Чеботару, лидер ЛДПМ, но в данной ситуации меня больше интересующий как экс-министр обороны. Не «но», а «и». «И», хорошо. Так идет, такая поправка принимается. Что ж, давайте вот начнем с ответа на третий вопрос, который я поставила, да, в самом начале программы. Вот вы разделяете мнение тех, кто считает, что за нейтралитет Молдовы нужно бороться? И почему? Господин Чеботару. Ну, во-первых, позвольте мне не согласиться с постановкой, что это очень популярная тема. Она, в принципе, заморожена. Заморожена как политический вопрос. Несмотря на то, что вы правильно отметили, была принята, значит, доктрина национальной обороны, стратегия национальной обороны, которая, в принципе, устарела еще перед тем, как она была, значит, это, кстати, моя идея. Я ее выдвинул в 2015 году на заседании Совета Безопасности. Тогда не было вообще такого понятия, как стратегия обороны. Я был очень рад, что на тот момент эта идея была поддержана. И, в принципе, президент принял решение создать рабочую комиссию и эту стратегию создать. Она была создана где-то в 2016 году. Но это в 2016 году, на тот момент, это был очень компромиссный документ. А сейчас она полностью потеряла свою роль, потому что мы приближаемся к выборам. Ну, понятно, если сменится власть, она теряет свой смысл. Ну и тем более, что основные положения этой стратегии перенесены лет на 10 вперед. То есть фактически это мертвый декларативный документ, в данном случае не имеющий отношения к принципу нейтралитета, который достаточно замороженная тема. Вопрос, я позволю себе. Не стоит бороться, потому что это фиктивное понимание. Республика Молдова не пользуется нейтралитетом, никто его не уважает, не признает. И за него бороться нет смысла, потому что он отжил себя в том понимании современного мира, в котором мы живем, и нашей стратегической обстановке, в которой Республика Молдова находится. Господин Чеботару, когда говорят, что за что-то нужно бороться, то имеют в виду не то, что есть сейчас, а то, к чему призывают... Стоит бороться за безопасность Республики Молдова. Позвольте, пожалуйста, да, я вот закончу. Не соглашаясь с темой, что тема не популярна, не надо путать решаемость этого вопроса и то, сколько говорят, да, на прошлой неделе, по-моему, был рекорд. Уильям Хилл, да, участвовал в конференции, Кальман Мижи, были ведущие политологи, они все говорили, ну, это те люди, которые, в принципе, знают обстановку в Республике Молдова. Хорошо. Это для вас тоже не авторитет, я поняла. Нет, авторитет. Вот за нейтралитет, о котором все говорят, кроме вас, господин Чеботару. Нам все-таки, вот в военном смысле этого слова, как правило, давайте я вам предложу трактовку, что такое нейтралитет. Принцип внешнеполитической деятельности государства, предполагающий его неучастие в вооруженных конфликтах, а в мирное время отказ от участия в военных союзах и блоках. Данный принцип формируется как особый правовой статус государства. Одно из определений. Вот в принципе, как понимаем, нейтралитет сегодня мы, да? Мы не вступаем в НАТО, люди так понимают этот статус, мы не участвуем в военных блоках, мы ни с кем вообще не воюем, а президент вообще предлагает, давайте заключим статус постоянного нейтралитета. Вот нужно за это бороться? Нет, конечно. Почему? Потому что это пустые декларации, которые не имеют отношения к реальным событиям. Мы говорим о нейтралитете, который сформировался в принципе и как юридическое понятие еще в начале 20 века, 1907 года, две конвенции женевские дали четкое определение, что такое нейтралитет. И в принципе он
не относится к тому, что вообще страна никогда ни с кем не воюет, а не участвует между двумя воюющими сторонами на той или другой стороне. И обычно применяется к странам, чьи соседи воюют между собой, и вот эта страна берет на себя обязательство не помогать одной или другой стороне. Вот как практически он всегда применялся. То ли мы говорим о Швейцарии, то ли мы говорим об Финляндии, Австрии, то ли мы говорим о Нидерландах, которая была нейтральной страной, но Гитлер плюнул на это, захватил Голландию, и после этого страна отказалась от нейтралитета. Вообще есть постоянный, есть ситуативный, да? Нет, есть несколько, это уже академическое определение. Я имел в виду чисто практическое, политическое и геополитическое понимание, не существует понятия нейтралитета. Угу. Потому что оно было введено в 94-м году. Значит, основой для введения нейтралитета была цитата из Большой советской энциклопедии. Я лично работал, видел эту справку, которую подготовили. И она тогда имела очень политическую, ну скажем так, подоплеку, чтобы Республика Молдова, для того, чтобы не была втянута в создаваемый договор об... военный союз при СНГ. Тогда, нет, то есть НАТО тогда ДАФСЕС, ОДКБ не будем путать. Я знаю, путать. Оно позже. Одну секундочку, вы не дослушали меня. Для того, чтобы Республика Молдова не была втянута вот в этот союз, тогдашние политики сказали, НАТО нам не светит, это очень далекая перспектива, она не имеет смысла, давайте примем нейтралитет, звучит красиво. Я буду в течение программы понимать, что вы подразумеваете, тогда как нам необходимо нейтралитет означает, тогда строить нейтралитет свои отношения означает неприкосновенности российских войск в Республике Молдова. Все, это больше он ничего не имеет. Это интересное такое вот формулировка. Могу развить. Мы поговорим еще о вашем видении, Борис Андреевич. Вот все говорят, что нужно бороться за нейтралитет. Народ спрашивает в вопросах. Все говорят, да, мы хотим быть нейтральным. Вы среди тех, кто считает, что нужно бороться за нейтралитет? Людмила, я среди тех, кто считает, что нужно выполнять Конституцию Республики Молдова. Нравится она кому-то или не нравится. В Конституции Республики Молдова записано, что мы нейтральное государство. Все. Определение понятия нейтрального государства вы четко и ясно записали. Раз у нас в Конституции записано, что мы нейтральное государство, значит, мы не участвуем ни в каких блоках, мы не заигрываем с НАТО, мы не участвуем в программе партнерства с НАТО, мы не участвуем ни в каких других вещах, да? То есть вот это понятие нейтралитета. Если будет какой-то конфликт Украины, допустим, с какой-то другой страной, мы в это не влезаем. Очень важное уточнение. И в учениях ОДКБ мы тоже не участвуем, не в этот блок тоже не входим. Мы тоже там не участвуем. По справедливости. По справедливости. Вот это нормальное понимание нейтралитета. Поэтому, когда сегодня говорят, за него надо бороться, за него не надо бороться, за него не надо бороться. Нужно выполнять конституцию своей страны и уважать ее. Прежде всего. И действовать в интересах своей страны. Да, я понимаю, сегодня есть проблема того, что на территории Республики Молдова в результате того конфликта внутреннего, гражданского, который мы сами совершили, мы сами спровоцировали, не внешние силы, а мы сами. Понапринимали дурацкие законы о языках, понапринимали и начали угнетать национальные меньшинства, начали увольнять людей, начали подавлять многие вещи, да, не понимали, что нужно дать какую-то экономическую свободу регионам. С чего начиналось? Тираспольд простил всего лишь там зону свободную, и то тогда отказали. И пошло, и поехало. Да. Потом в 92-м году начали стрелять друг друга. Дострелялись. И в результате вот этого, да, у нас возникла эта на сегодняшний момент ситуация, что есть миротворческие войска Российской Федерации, но тем не менее, извините, 21 июля, прошло 26 лет, спасибо, мы живем в мире. И это тоже вопрос. И, конечно же, здесь я понимаю, что полностью говорить о нашем суверенитете, когда здесь у нас есть, конечно, присутствие Приднестровья российских войск, мы не можем. Но не только это ограничивает суверенитет Республики Молдова. Суверенитет Республики Молдова ограничивает и соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, и многие другие вопросы. Поэтому, когда мы говорим о нейтралитете, мы говорим, и вот здесь я с господином Чеботаровым абсолютно согласен, мы говорим как об одной и составляющей понятия безопасности Республики Молдова. А она бывает военно-политическая, экономическая и масса других моментов. Это верно, это правда. Я благодарю вас, но в ходе программы поговорим. Ну, давайте, господин Генюк, выступит, все-таки ему тоже хочу. Интересно было бы аргументировать, как нейтралитет позволяет сохранение контингента
российского. Ну, это очень интересно. Мы вернемся потом. Да, да. Сначала реплика от Адвона. Во-первых, абсолютно неконституционно говорить, что Республика Молдова не должна участвовать в программе партнерства в ЕМИ и так далее. У нас для этого есть заключение Конституционного суда, которое очень четко разъяснило эти вещи. Одну секундочку. Вы хотели любить и уважать Конституцию, уважать ее до конца. Не то, что вам не нравится, эти конституционный, а до конца. Суд? И с гражданам другого государства. Еще раз повторяю. Батару, на сегодняшний вещи. День у нас есть заключение Конституционного суда, потому что он может себе позволить. Второе. Абсолютно неправильно. Александр Ильич, а вы спросите, абсолютно. А вы не хотите уважать Конституцию? Дайте я закончу. Абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. У него другая точка зрения. Ставить ДОВСИ и НАТО. Что такое ДОВСИ и НАТО? Это две международные организации. Мы не говорим о ДОВСИ. Мы не говорим о ДОВСИ и НАТО. Ну дайте я закончу. Давайте расшифруем ДОВСИ. Это договор об взаимной помощи, я не помню договор, сейчас точно. Договор об ограничении. Об ограничении вооружений. Нет, я не про ДОВСИ. А тогда вы путаете. Я спутал. Я была права, значит, потому что вы в прошлый раз ОДКБ. ОДКБ, да, прошу прощения. ОДКБ. Спасибо, мы выяснили. Одну секундочку. Нет смысла ставить вообще понятие нейтралитета между НАТО, Россией или НАТО и ОДКБ. Неправильно. К нам применяется, вообще к любой стране применяется принцип нейтралитета к соседям. То есть у нас есть Румыния и Украина. Вот в случае, если будет конфликт между Румынией и Украиной, Республика Молдова, и это полностью относится, все договора, оно не имеет ничего отношения к таким блокам и так далее, или взаимоотношения между блоками, или... Но еще раз вернусь, в заключение Конституционного суда... То есть когда вот есть в этом определении, именно можем... черным по белому написано отказ от участия в военных союзах... Это совершенно другое. То есть это неправильное уже определение? Нет, это уже не... конечно, что? Неправильно. Это не нейтралитет, это просто страна, не присоединившаяся. Не присоединяйтесь, это совершенно другая политика. Не путайте два понятия. Я не одинока. Мы говорим сейчас не о декларациях, не о культуре нейтралитета. Мы говорим о юридических терминах. Да. Вот в юридических терминах я сказал, что и когда применяется нейтралитет. В случае двух стран, которые воюют, ваши соседи, в случае Швейцарии это три страны, в случае с Финляндией и Швецией они соседи с Российской Федерацией. Угу. И хорошо, есть отдельные случаи, Австрия, например, которая была... Господин Бенюк скучает, может, да, все-таки дадим ему возможность. Почему я вам скажу нейтралитет? Почему он относится? Мне кажется, что мы все-таки путаем вот эти понятия, которые вы не захотели говорить. Есть статус постоянного нейтралитета, который гарантируется международными державами. И таких случаев, да, и ситуативного нейтралитета. То есть давайте вот все-таки это как-то будем распределять. Вот у нас сейчас многие обсуждают в том числе и тему постоянного нейтралитета. Почему... Значит, Румыния, по-моему, Австрию в 55-м году, по-моему, она признала ее международной. Почему не поступить, например, так в Молдове? Ну, в Австрии это было, навязано, навязано политическому клану для того, чтобы Россия вывела свои войска. Значит, из Австрии после заключения Советский Союз. Если вы будете так скромно молчать, политический класс Австрии согласился на то предложение, которое было сделано союзниками после войны. Благодарю вас. Кстати, очень важное замечание. На сегодня очень сильное движение в Европе, во всех странах, которые имеют принцип нейтралитета, или в Швеции не считают его как нейтралитет, скорее как неприсоединение, очень сильно отказаться. Даже в документах это записано, потому что он бессмысленен. Они плачут. В современном мире он бессмысленен абсолютно. И в военной точке зрения, и с других точек зрения. Вот вы среди тех, кто считает, что нужно бороться за нейтралитет. Я, например, да. Вот хочу вас. Ну, что такое бороться за нейтралитет? Вы знаете, вот наш коллега из Швейцарии, он для меня было открытие, хотя мог бы и почитать побольше об этом. Но он сказал очень ценную вещь, для меня, по крайней мере, да? Угу. Постоянный нейтралитет – это то, о чем необходимо говорить постоянно. И не только говорить, а аргументировать, почему у этой страны, у нашей страны, в данном случае он говорил, да, есть постоянный нейтралитет. Это главный вопрос. То есть, почему? Это надо заявить на международных конференциях, встречах, в разных диспутах, в разных документах, в разных концепциях. Это надо привязать в внешнюю политику. Это, как вы сказали, к этому надо привязать и безопасность государства и так далее. То есть эта система, образующая политическая вещь, скажем так, грубо, да,
о котором необходимо говорить постоянно, ну и с толком, и с расстановкой. Uh-huh. То есть, что такое нейтралитет? По моему разумению, это международно-правовой механизм. То есть это конкретная вещь, ну, не просто заявка в Конституции, хотя это очень ценный, серьезный документ. Да? Вот мы заявили, мы декларируем в 11 статье, кажется, нейтралитет. Точка. Все. А вот вы посмотрите в Конституции, скажем, Швейцарии. Там написано, почему декларируется. Почему декларируется, какие цели, как это обеспечивается. Хотя очень короткие две статьи там. Но там все изложено, понимаете? А остальная жизнь посвящается борьбе, как вы говорите, за это нейтралитет. Что существенно, и на этом я закончу, чтобы... Что существенно, в каких конкретно исторических условиях и какие были мотивации для того, чтобы приобрести, добиваться, или если был подарен, то подарен этот нейтралитет. Конкретные исторические условия. И вот если мы берем европейские страны, что для нас ближе? Во-первых, они все маленькие страны. Или по территории, или по населению. 4, 5, 6 миллионов. Или маленькие по территории. Это первое. Второе. Вот постоянный нейтралитет Швейцарии и Австрии. Цель этого нейтралитета – сохранение территориальной целостности этих стран. И это самое ценное в этом правовом механизме. То есть не мы первые, да, вот мучаемся с тем, что у нас есть. То есть ценно чем? Это маленькая страна, ее можно и пересечь, ее можно перевернуть, ее можно, как говорится, взять и так далее. Да. Поэтому что значит «воссоединить», «присоединить»? Не понял. Так, ну, это образное дело. Это плохие варианты, вот да. Они сейчас так говорят. Вы говорите о территориальной целостности и присоединить, и отсоединить. Ну, так, так вот либо выбирайте или одно, или другое. Ну, как говорится, внимание за дирижером. Да, отсоединить – это плохой вариант. Господин Бенюк, продолжите, и потом… Поэтому это ценный, на мой взгляд, международно-правовой механизм, который позволяет… территориальной целостности конкретно, то есть конституционно, легитимно или как там еще, значит, бороться и сохранить твою территорию. Это самое главное. Потому что, скажем, есть нейтралитет, как вы сказали, Швеции, нейтралитет Ирландии и нейтралитет Финляндии. Это разные нейтралитеты. Ирландия, значит, она имеет свои проблемы с Великобританией по поводу Северной Ирландии. Да. Совершенно верно. Тоже территориально. Финляндия, когда она приобрела свой нейтралитет, кстати, такой не очень задокументированный, скажем вот так, это по поводу того, что они соседи Советского Союза, и там были умные, разумные люди с тем, чтобы не спровоцировать. То есть каждая страна в конкретно исторических условиях... приобрела свой нейтралитет. Исходя из своих интересов. А вот теперь, господа, я хочу поблагодарить вас за то, что вы ответили на мой первый вопрос. И хочу, чтобы вы теперь послушали мой личный вывод. Смотрите, каждый из вас прекрасно знает, что в Конституции у нас прописан нейтралитет. Но добавляет свое видение. Как он видит этот нейтралитет? Это о чем говорит? Это говорит о том, что за нейтралитет нам бороться нужно. И нам необходимо принимать какие-то документы, не обязательно закон вот как называть, или концепция, это включает в себя. Да. Понимаете, нам необходимо четко всему миру разъяснить, как Республика Молдова сама понимает нейтралитет и чего мы, собственно говоря, от этого абсолютно точно ждем. Да. Если подытожить, что мы сейчас говорим, я обнаруживаю две болевые точки. Одни, и господин Чеботаров, выразитель их идей, говорит о том, что присутствует у нас российский контингент. Конечно. Это является большим... Войну в 92-м году развязала бывшая СССР, Российская Федерация, а не мы. Это мое не относится к вашей второй части. Извините, я живу здесь. Давайте начнем. Вы живете здесь, я вам покажу документы. Как работала ГРУ, что значит ваши документы? Это вы врете. Вы сегодня плюнули в память тысяч наших людей, которые боролись за нашу независимость. Господин Чеботаров, я вам говорю просто. Я вас сейчас помирю.
я и напал на своих граждан. А вы про Российскую Федерацию. Я начала свою мысль. Не придурки с автоматами. Вы танки видели? Вы танки видели, которые перерешли этот двор? Не надо нападать на танки. Кто напал? Господин Чеботаров. Вы у себя здесь живете. Господин Чеботаров. Российские танки Российской Федерации с российским флагом не являются мы начали. О других условиях. Хорошо, договорились. Я вас сейчас помирю. Я абсолютно правильно говорю. Я прошу прощения. Да, абсолютно точно. Мы говорим, что есть люди, которые считают, что у Молдовы есть проблемы с нейтралитетом, потому что у нас есть ограниченный контингент, который размещается в Приднестровье. Есть с другой стороны люди, которые считают наоборот, что власти Молдовы наоборот взяли курс на сближение. Да, с НАТО, и у нас размещается центр НАТО, и у нас крен абсолютно в другую сторону. Значит, нам необходим какой-то документ, на основе которого сошлись бы во взглядах вот такие вот люди разных точек зрения, и чтобы там были прописаны эти моменты. Господин Чеботаров, очень простой вопрос. Да. Если вот в этом документе, в этой концепции будет пункт, где сказано, что Россия, путем, переговоров там вот должна, да, но не так, как наша власть говорит, все секундно, там без апелляции, должна все-таки вывести, да, свой ограниченный контингент. То есть не против, не президент, согласны ли вы, чтобы мы в той же концепции прописали, Молдова никогда не вступит в НАТО? Категорически нет. Вот. Дайте хорошо. Я еще ничего не сказала. Значит, и Швейцария, и все нейтральные страны участвуют в программе. Участие в программах. Не просто участвуют. Они очень активные. Кстати, если мы говорим о швейцарском нейтралитете, то у них самая большая армия в мире. Если мы делаем она участвует в 8 международных операциях с контингентами. Подготовка совершенно другого. Значит, Российская Федерация, безусловно, должна выводить некондиционно свои войска отсюда. Она не имеет, еще раз повторяю, никакого отношения к нейтралитету. Мы поняли вашу позицию. То есть вы против того, чтобы мы написали. Вот смотрите, господа, не против того, что в России все-таки должна выводить. Это не проблема. Это их мнение. Россию, понимаете, но в то же время они требуют взамен не участия в военном блоке. Конечно. А вы говорите нет. Господин Шпалов, как это выглядит? Это нормально выглядит. Значит, почему? Еще потому раз что повторяю. Вот мы, допустим, с соседом договариваемся вместе жить нормально. Мы подписываем какой-то документ, провозглашаем этот документ. Да. И приходит ко мне товарищ и говорит, на тебе деньги, говорит, я тебе буду перевооружать, говорит, ты с ним воевать не будешь, но я тебе буду вооружать. Как смотрит этот сосед на меня? Вы считаете, что российские войска здесь находятся оправданно после 28 лет? Мы сейчас не обсуждаем. Оправданно. Здесь находится в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года. Подождите, соглашение есть, президент не подписан. Тогда можете увязывать все, что угодно. Бессмысленно принимать вашу позицию. Я знаю, у вас разные мнения. Это нормально. Это нормально. Нет, мнения у вас все-таки разные. Да. Я поставила вопрос по-другому. То есть я хотела от вас услышать. Нужно ли в этом законе подтвердить национальными интересами? Нет. Я не торгую. А членство в НАТО национальный интерес. Причем здесь это? Тогда почему мы не можем это записать? Одну секундочку. У вас обсессия с членствами и так далее. Давайте решим первый вопрос о том, что Россия, значит, здесь сидит только для того, чтобы мы не вступили в НАТО? Вы знаете, что сказал казак? В 2003 году. Можно мне одну цитату? И господин Бенин. Казак сказал, если Республика Молдова войдет в НАТО, мы на второй день признаем независимость Приднестровья. Тогда простой вопрос. Честно говоря, не видела эту цитату. Почему Приднестровье не борется за то, чтобы Молдова войти в НАТО? Они же этого хотят. Независимость. Мы сейчас не Людмила, обсуждаем ответьте Россию. Мне на этот вопрос. Мы обсуждаем наше видение. Говорим, что Россия должна... Да. Мы признаем, но мы также считаем, что Молдова не должна вступать в НАТО. А вы под этим подписаться не можете. Одну секундочку. Это разные вещи. Ни разу, ни здесь, ни в своем, ни в официальном качестве, я не говорил, что Республика Молдова может и должна войти в НАТО. Не мне это решать. Безусловно, у нас на сегодняшний день
Есть два вот больших очень препятствия, и психологические, господин и политические. Я вас прошу, закруглитесь. Хорошо, я закругляюсь. Господин Беляев, но это же вопрос. Сначала вот выведите войска, уберите ваши котлеты, а дальше будем обсуждать, как нам жить. Будем творить все, что хотим. Вы понимаете, даже если, как, судя по вашему... Будем мир строить. Ничего не верно, ничего подобного. Мы уже видели, как вы в 92-м году строили мир. Мы вас с Рогозиным, с автоматами против нас видели. Тысячи наших соотечественников погибли. От вашего оружия. Нет, от вашего оружия, от российского. Нет американского оружия. Ни один солдат молдавский господин не умер. Чеботару, а полицейские и солдаты молдавские погибали от российского вооружения, от сепаратистского вооружения. Вы об этом вспомните. Господин вы им Чеботару, скажите спасибо. Господин, они вашу независимость защищали. Господин Чеботару хочет вести разговор именно пойдите. Там, нет, а это мы все. Это господин туда привел. Я прошу не говорить. Значит, мы виноваты. Мы развязали войну. Мы у себя хотели... Представляете, мы независимыми господин хотели быть. Господин Чеботару. Грузинов тоже наказали, украинцев тоже наказали, прибалтов хотели наказать. По правилам хорошего тона, как вы считаете, кто сегодня говорит на эфире больше всех? Молчу. И не побил. Молчу. Вот, Людмила, если вы позволите, я попробую к вашему аргументу высказать свои другие аргументы, но в этом ряду. Вы сделайте одолжение и говорите подольше, пожалуйста. Потому что у нас страсти успеют утихнуть. Вы говорили о каком-то документе, в котором сходятся разные мнения и так далее. Своеобразный какой-то национальный консенсус. Как-то так. Вы знаете, опять обращаемся к истории. И та же Швейцария, нейтралитет Швейцарии, он имеет 200 лет. 200 лет, на протяжении которого они аргументировали... Швейцарский нейтралитет с 1291 года они господин не участвовали ни в одной войне. Чеботару, так, слушай, маленькая заметка. Пожалуйста, тогда, ну, вот, по поводу вашей ремарочки. Я вас попрошу просто ограничивать. Да, да. Значит, по поводу ремарочки. Смотрите, еще в период пунических войн так называемый военный нейтралитет, он имел место быть. И это всегда было, понимаете? С периода, когда были полюсы, и до современных государств. Постоянный нейтралитет – это нечто особое. Поэтому я сказал о швейцарском. А вот этот постоянный нейтралитет они получили в 1815 году после Венского конгресса. И он задокументирован в трех документах. И об этом я хотел сказать, что... Страны с постоянным нейтралитетом сперва поработали с разными военными и прочими центрами, то есть серьезными странами. Что такое поработали? Они запросили, мы хотим быть нейтральными, так, ввиду того разных причин и так далее. Эти согласились помочь. Это так, грубо. И это подтверждается разными международными документами. Что касается Швейцарии, то... Она, вот ее нейтралитет был утвержден в трех документах. Так. Один из этих документов является Нижняя палата в то время, вот, где... Нижняя палата парламента, где утверждается вот результат этих международных переговоров. Австрия сперва вступила в переговоры с Советским Союзом, вот, которая ратовала за нейтралитет. Кстати, против нейтралитета Австрии, а это имплицитно и сохранение Австрии как целостного государства, потому что она была занята тогда четырьмя великими державами. Вот. Против этого выступала Великобритания и США. По крайней мере, австрийцы хотели иметь этот нейтралитет. Гарантию. Они хотели иметь нейтралитет и имплицитно, извините, что я так они повторяю, хотели международно гарантию своей территориальной собственности. Международно гарантированный поэтому нейтралитет. Была составлена делегация, были переговоры, принят меморандум московский, так называемый. Потом результаты этого меморандума были доложены великим державам. Это было подписано и принято, как говорится, на местном уровне в Австрии этот документ. И потом, то есть, все, что внутренне, как у нас в Конституции, было принято в результате каких-то международных действий и тех переговоров, в котором участвовали великие державы. Поняла так вас. Или иначе. Вот хочу, чтобы вы сейчас дали оценку то, как видит нейтралитет, а вы хотите взглянуть даже шире. Я так понимаю, вы хотите поговорить о нашей обороноспособности, об обеспечении, да, вот это все. Наша правящая коалиция. Вот их высказывания
министра обороны нынешнего, господина Стурзе, их концепция. Да? Вот как они видят нейтралитет. И если есть крен, то мне очень интересно было бы узнать, то в какую сторону проводит правящая коалиция. Если можно, я еще в довесок, только и все, и замолчу. Ну, вам можно, господин. Спасибо, спасибо. Смотрите, а у нас получается наоборот. Мы заявили об этом в Конституции, а на международном арене никаких действий не предприняли. Все должно было быть наоборот. Вот сейчас президент предлагает, чтобы это дешевле, он говорит, это значит дает некие гарантии. Да? Вот нам необходимо, мы не участвуем в столкновении Восток-Запад, да, мы говорим, что это все ваши проблемы, на Украине то, что происходит, мы к этому не имеем никакого отношения. Вот в Одессе сейчас идут, мы знаем, что зашли корабли НАТО в Одессу, мы тоже к этому не имеем. Понимаете, вот президент видит так, есть свои какие-то, да, вот я знаю, что оценки этого всего, но видение на сегодняшний день таково. Я хочу, чтобы мы сейчас поговорили о видении нейтралитета правящей коалиции. Борис Андреевич, вы читали эту стратегию? Ну, я читал эту стратегию. Вот впечатление ваше. Ну, у меня впечатление следующее, что мы готовимся к войне. Непонятно с кем и по какому Почему? Поводу. Там потому угроза что тоже есть, речь... там написаны ну, там угрозы, есть. Борис Андреевич. Ну, я понимаю эти угрозы, их очень много, и они в разных областях и плоскостях. Я больше думал да бы и в все-таки... стран там тоже есть. Я бы все-таки думал об угрозах экономической безопасности Республики Молдова. Это основной главный вопрос. На нас никто не собирается нападать, расчленять и так далее. И мы тем более никому не угрожаем. Вот. Я читал это, но там, ну, извините, усиление армии, перевооружение армии, увеличение бюджета армейского, все остальное. То есть, если с точки зрения иностранного наблюдателя со стороны Молдова готовится с кем-то усиленно выяснять отношения. Воевать, да, это действительно так. Я только не понимаю, почему вы говорите с кем-то, если там, в принципе, написано с кем. Ну, да, там, в принципе, все и написано. Поэтому, естественно же, наш парламент может принять все, что угодно. Правительство может принять любую программу. Но вот мне ближе позиция президента, который говорит о главных рисках. Он, кстати, их обозначил. Он обозначил ряд стран, с которыми мы должны иметь нормальные отношения, приоритетность этих отношений и так далее. У нас главный риск — это мы влазим в зону, или не влазим, нас втягивают искусственно, в зону геополитического противостояния между Соединенными Штатами и Америкой с их интересами в этом регионе. И Российской Федерации, с одной стороны, и сегодня уже Европейским Союзом, потому что Европейский Союз уже не совсем согласен с тем, что проводят здесь Соединенные Штаты Америки. У них большие экономические разногласия. А отсюда начинаются и военно-политические какие-то вопросы. Немцы заявили о том, что они собираются создавать армию Европейского Союза. То есть речь идет, раз появилась эта идея, о том, что, извините, то есть у них НАТО, противоречие в самом НАТО. Правильно, НАТО управляет Соединенными Штатами Америки, европейцам уже не нужно. И для того, чтобы перевооружать НАТО и европейские армии за счет военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, европейцам тоже уже не надо. Каждый начинает считать деньги в своем кармане. Поняла. Вот это проблема, понимаете? Смотрите, я возьму на себя труд и прочитаю цитату из той стратегии, которую принял парламент, и цитата, это касается НАТО. Вот что они пишут. Во-первых, в плане угроз там названа Россия. Только. Ну да. Для телезрителей, да. А вот в плане НАТО, смотрите. Вследствие решений Варшавского саммита НАТО, то есть не рассматривали они брюссельский еще, ожидается рост военного присутствия на восточном фланге Альянса, а также консолидация партнерских отношений, в том числе с Республикой Молдова. Поэтому нам, вот, в принципе, честно правящая коалиция говорит, с НАТО будем дружить теснее. И объясняют, почему. Вот что это происходит. Господин Чеботаров, чем это оправдано? Вы понимаете, вы понимаете вот эту их стратегию? Вот так. Нет, их еще раз, они замораживают, они ничего не собираются делать из того, что они... А зачем они... вот это пишут? Это пишут для того, чтобы ввести в заблуждение партнеров, с одной стороны, с другой стороны... А зачем 2 марта проводили конференцию? Переводи... Ваши агитки я не перебивал, господин Шаповалов, я прошу вас, прошу. Грузия, Украина, значит, Молдова. Значит, давайте так, мы исходим из конкретных рисков, которые... связанные с войной на Донбассе, с аннексией Крыма, с той сложной обстановкой, которая происходит, она никоим образом еще не успокаивается. Периоды санкций продолжаются, и даже встреча Трампа с Путиным не принесла, или, скажем, не привносит каких-то
положительных моментов в том, что геополитическая и геостратегическая ситуация может каким-то образом значительно улучшиться. Наоборот, я считаю, что... Есть разные мнения, на Украине... скажем, хорошо, ради справедливости. Ну, давайте, да. Не перебивайте, не дайте мне закончить. Да. Да. В этих условиях Республика Молдова, Национальная армия Республика Молдова, одна из самых слабейших и в Европе, и вообще в зоне. В то время как и украинская армия происходит изумительные реформы. Они там, значит, происходит достаточно и укрепление и так далее. Я не говорю уже про румынскую армию. Я не говорю уже про армии, которые в ближайшем нашем окружении. То есть в этом отношении, я уже не говорю вообще про Россию. Вот вы про нейтралитет говорите с Россией, пусть она на себя берет нейтралитет. Тогда, может быть, мы будем спокойнее жить. А здесь, в Республике Молдова, пожалуйста, не надо эту тему, потому что она не имеет никакого шанса вообще. Это может иметь свое мнение? Конечно, конечно. Давайте, все-таки вы не будете. Но это моя рекомендация. Да, вы так рекомендуете, что, знаете, как-то невольно, да, я критикую нынешнее правительство за то, что она не предпринимает серьезных мер ни для военного строительства, ни для военной реформы. Это все мнимая картинка для, так сказать, западных партнеров Республики Молдова. Но после того, как господин Плохотнюк развелся с западным, ищет сейчас новые формулы сотрудничества, его эта тема не интересует. Поняла. И поэтому принятие этого закона не приведет ни к качеству, ни к количеству изменений. То есть вы можете быть спокойны. Так все там неправда. Одну секундочку. Да? Это декларативный документ. Вот. Не важно, что там написано в нем. Он декларативный. Он не приносит к тем целям, которые там обозначены. Нет, вот я привыкла анализировать законы, принятые нашим парламентом, господин Чеботару. И поэтому вот, да, я проанализировала. Да. И я продолжаю мысль господина Шиповала. Вот если все так вот на самом деле, ну что не внесли они новый саммит. Не внесли они в эту концепцию новый саммит НАТО. Умолчали о том, что на самом деле есть эти противоречия. Неважно. Секундочку. Людмила, господин Чеботар, да. Ну почему, если мое мнение не совпадает согласен с вашим, вы тут же мне считаете необходимым об этом сообщить? Я вам дам время, вы через некоторое время мне скажете. Смотрите дальше. Если бы вот не финансовая часть этого всего. Господин Чеботар, вы были министром обороны. Сколько у нас, вот сравните с ВВП, вот в процентном соотношении, сколько мы тратили на оборону при вас? 0,3. При мне она чуть-чуть поднялась до 0,4. Да, 0,39, 0,4. Сколько? Нет, это будет через 10 лет. Нет, сейчас. Сейчас? Вы знаете, в этом году вы не слышите вопрос. Не выделены эти деньги. Вам скажу. Да. 1,5%. Ничего подобного. Это туфта полнейшая. Значит, в декабре правительство приняло этот документ. Поэтому я говорю, это декларативно. Ни одной копеечки лишней, тем 0,3 нету и не будет добавлено. Это должно быть через 10 лет. Прочитайте внимательно документ. Нет, господин Чеботаров, прочитайте внимательно документ вы. Потому что если мы говорим сейчас о 2000, секундочку, хорошо, о 2018... Хорошо, посмотрите бюджет, если вы его найдете... Я нашла, да. Послушайте. Да. Если сейчас это в пересчете, это 621 или 24 миллиона, я же смотрела эти документы, это примерно 31 миллион евро. Примерно, то есть так, если разобраться. Это 2018 год. А вы-то мне предлагаете говорить, что сейчас это написано. Нет. Написано то, о чем вы говорите в 2025 году. И вот там уже до 90 миллионов. Вы понимаете? То есть наша правящая коалиция пытается за эти годы с 2018 по 2025 год в три раза увеличить расходы на военное... Это надо было сделать за предыдущие 20 лет. Вы мне объясните. А мы к чему-то готовимся. Борис Андреевич, он задает правильные вопросы. Нет, заниматься экономикой, создавать рабочие места, платить достойную заработную плату этим учителям и врачам, пенсию пенсионерам. Вот этим мы должны заниматься. Полицию, а вы предлагаете нам поменять одни автоматы на другие автоматы. Не надо, полицию не надо уничтожить. Не надо. Кому подчиняется Приднестровская армия? Не надо менять. Кому подчиняется Приднестровская армия? Нет, мы обсуждаем. Она готовится день и ночь. Развития. Она проводит специальную подготовку. А молдавская армия не проводит подготовку. Совершенно день верно. И ночь. Но молдавская армия, в отличие от Приднестровской, она полностью находится под контролем и государства, и международных договоров. А Приднестровская никем.
Да, молдавская. У них тоже есть свое государство. Нет, ничего нет у них. Извините, у них есть государство. ОБСЕ, вы его признаете? А представляете ОБСЕ? А вот ОБСЕ ни разу не провело проверку господин этих вооруженных сил. Вы знаете об этом или нет? Чеботару. А когда при чем здесь ОБСЕ? Вернемся к проблемам республики. А когда вот это самая большая проблема. Республики. Армия, которая в 92-м году которая нас атаковала, не нужна. Готовится все время господин для того, чтобы отразить или напасть на нас. Армия никому не нужна. Я в этом вы так думаете? Я сейчас о другом. Скажите еще господин раз, Чеботару, а я потом покажу это комбатантам. Господин пусть они скажут свою позицию. Не надо угрожать, да. Нашу программу могут видеть все. Людмила, из-за этого вот это ересь. Господин Чеботару, я не даю оценок, как вы заметили. Я задаю вопросы. Скажите, пожалуйста, одним словом. Это нарушение законодательства, что вы говорите. Одним словом, когда вы говорили, что Молдова находится... Это статьи Уголовного кодекса, кстати. Когда вы говорили, что Молдова находится, молдавская армия под надзором наших вот законов и, как вы сказали, и международных, конечно, организаций. Конечно. Одну назовите. Какая организация? И Европейский под надзором. Союз. И ОБСЕ, конечно. И ОБСЕ, тогда и Хельсинские акты, хорошо, и очень много другие. Хорошо, я поняла. И Хартия Организации Объединенных Наций, которая очень четко определяет роль тоже каждого государства, признанного. И мы говорим, господа, мы говорим о приятном, о деньгах. Да. Да. Вот давайте вернемся к этому приятному, к деньгам. Вот смотрите, Ну, я пытаюсь понять. Следите, я читаю, господин Чеботару. Хорошо. Спасибо. Слушай. Сколько сейчас страны-члены НАТО тратят на военный бюджет? Ну, 2%. Трамп обязаны. 4, да. Обязаны. Нет, 2. 2% только 5 стран. Это минимум, да, 2%. Понятно. А на сегодняшний день, они я тратят... Я своей компании. Вы на здесь, сегодняшний кстати, день. Можно я поправочку? Да, Трамп пожалуйста. Не хочет, чтобы кто-то 4. Трамп хочет, чтобы все платили не меньше 2%. Есть страны, которые платят больше 2%. То есть вы эту цитату Россия, не видели Россия, например, 8%, Трампа, да? Да, официально. А неофициально до 15-20%. Хорошо. Например, тратит из ВВП. Сколько из на сегодня тратит Германия? Германия, не помню точно, но Италия. По-моему... Сейчас, одну секундочку. Значит, Великобритания, Франция, Чехия, румыны подошли к 2%. 5 стран на сегодняшний день. Венгрия сообщила, что к 2 подошла. Скажите, пожалуйста, сколько тратит Италия? Не помню. А я скажу вам. 1,3. 1,3, согласен. 1,3. А Молдова на сегодняшний день тратит 1,5. И говорит, что нам мало. Вы дезинформируете, Людмила. Ну как же я дезинформирую? Это должно к 2025 году дойти до этой цифры. Должно дойти до 90. А я говорю как раз об этих миллионах. Вы не слушаете, что я говорю. Вы сказали процент от ВВП, да? Да. Вот на сегодня как было 0,4. Нет. Так и остался 0,4. Господин Чеботару, вы знаете суммы внутреннего валового продукта, сколько расходы, доходы? Еще раз повторяю, Людмила. Вот когда вы увидите эти цифры, хорошо, я могу даже поспорить публично, и тогда вы придете и извинитесь. Договорились. Хорошо. То есть, вот, господин Бенюк, да, о чем вот говорят такие расходы? Понимаете, то есть, что мы пытаемся с каждым годом все больше, больше, больше и больше тратить. Сказали, это бюджет, да, нейтральной, да, страны? Правильно, не было больше. За последние 20 лет эта цифра не менялась. Я цитирую документ, принятый парламентом Республики. Ну, и в этом документе написано, что больше и больше, да, было до сих пор. Нет, там было написано, сколько будет в дальнейшем. А они не вот будут, если через 2 месяца их не будет. Если бы вы меня так часто не перебивали, вы бы с первого раза слышали, ну, то, что говорю я. Бюджет – это политика, это очень серьезная политика. Будет, не будет заявлено, значит, надо ориентироваться на заявленные цифры. Конечно. И это не шутки, это конечно первое. Второе. Значит, затраты на армию, ради бога, но затраты на армию должны быть с расчетом или исходить из расчета развитие экономики страны. Это нельзя как бы... Мы же не тоталитарное государство. Мы не взращиваем здесь диктатуру или диктатора, чтобы у него сейчас армия была побольше будет и покрепче. Сейчас будет говорить, что у нас есть диктатор. Не поэтому так надо соотнести затраты на армию с тем, как развивается экономика. А что касается неплохо вот этих цифр... Бы, да, этих цифр. У нас все бездумно делается, особенно в последние годы, к сожалению, вот так. Видимо, эти цифры тоже вот так сброшены вот здесь, чтобы кого-то, я не знаю, какую-то часть, социальную часть
части общества, я имею в виду военных, обрадовать, mm-hmm. что ли, я не знаю, или заявить о себе погромче, похлеще и так далее. То есть это вообще, я не знаю, откуда эти цифры. Ну, я вас сейчас убью еще больше. Эти цифры, эти суммы должны быть взяты из госбюджета, ответственное за это правительство. Я что хочу сказать, что мы нельзя нам, видимо, ввязаться в разговоры на военной ноте, скажем. Это очень опасно для нашей страны. У нас была война. Я участник этой войны, я знаю, что такое война. Кроме того, я был в других этих... Это страшное дело. Я вот до сих пор у меня те лица людей, которые прятались по подвалам. Это страшное дело. Вот когда я слушаю вот о войне на Украине, у меня появляется все это, что было у нас. К сожалению, вот большая страна, 50 с чем-то было, по крайней мере, население. Территория с Франции, и они идут по нашим стопам, понимаете, которые мы наделали в 90-е годы. Это очень страшное дело. Вот мы вяжем НАТО туда, 2%, НАТО, Трамп, то, сё и так далее. Это страшный разговор. Нельзя ввязаться в эти разговоры. Не надо заявлять об этом на международной арене. Понимаете, потому что... Финляндия, о которой мы говорим, другие страны, нейтральные страны, они о войне не говорят. Да, у них армия есть, и они вооружают эту армию по мере, как говорится, роста экономики. Они готовы защищать свою землю, свою страну. Они великие патриоты, как говорят немцы. То есть нейтралитет, да, он не подразумевает, что если нападают на твою страну, ты должен сидеть и говорить замечательно. Мы нейтральны, мы не участвуем. Нейтралитет предполагает конституционный патриотизм. Вот. Понимаете? Вот. Кроме того, нейтралитет – это великий механизм, еще не до конца исследованный, который активизирует внешнюю политику страны, соответствующей страны, до максимума. Понимаете, вот если взять все эти нейтральные страны, я говорил уже, что они маленькие, небольшие по территории, по населению и так далее, сколько международных структур там в этой, какой ВВП, большой ВВП, как развивается экономика, какая структура там. И очень серьезная экономическая структура, которая дает большие дивиденды страны и так далее, большие социальные планы. Вот, хотя это и есть точка, к которой мы должны ориентироваться. Поняла. А не к разговору о войне. У нас осталось, по-моему, минут 6, может, меня сейчас поправят, мало времени, но я предложу вам ответить еще на один очень важный вопрос. Мы все время с вами говорили по поводу того, как в Молдове, да, вот видят. Скажите, а есть ли внешняя заинтересованность в молдавском нейтралитете? А, вот мы. Неужто? Вот. Неужто? Только если можно, 2 минуты, вот, не больше. Не быстро, вот. Не больше. Скажем так, профессор Данилов, МГИМО, он работает в Академии наук, умница. Он сказал, ребята, если вы думаете, что в этом конфликте, который у вас продолжается в стране, в результате нейтралитета появится преимущество у одной из противоборствующих, угу. Это несерьезно. То есть с этой точки зрения провести нейтралитет, то есть осуществить и материализовать его и так далее, неправильно. Нейтралитет дает возможность реализации больших целей, масштабных целей, более глобальных целей, а не просто выиграть какую-то там, решим этот вопрос, выведем армию России, которую необходимо вывести и так далее. А для этого нам нужен нейтралитет. Если мы так ставим вопрос, мы ничего не сделаем, ничего абсолютно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, вот Николай Терток, который я очень уважаю, он говорит, это очень сложно сейчас говорить о нейтралитете. Почему? Потому что нейтралитет не выпрашивается, а добивается. Его надо завоевать, грубо говоря. Первый вопрос, который я вам задавала. Нужно ли нам бороться? И вы все так вот как-то мягенько. И над которым необходимо работать ежедневно. Соглашусь с Николаем Чертоком. Вот такой диапазон. Что касается немцев, швейцарцев, австрийцев, они хвалили нейтралитет. Говорит, это и есть суть нашей страны. Понимаете? Спасибо.
извините, больше времени нет. Господин Чеботаров, внешняя заинтересованность. Даже Россия не очень заинтересована в самом понятии нейтралитета. Она заинтересована в определенном контроле для того, чтобы Республика Молдова была в орбите интересов Российской Федерации, так как это было при Советском Союзе. Поняла. Если мы захотим присоединиться к Российской Федерации, она тут же забудет за слово нейтралитет. Значит, все страны нейтральные имеют развитые вооруженные силы, и в этом-то суть нейтралитета. Что такое нейтралитет по-настоящему? Это не вмешательство вообще ни в какие дела. То есть это и так далее. 21 век – это нонсенс. Ты не можешь. Сила глобализации такова, что приводить примеры 1815 года – это совершенно не, ну, неадекватно. Мы живем в таком глобализированном мире. То есть вмешательство – не вмешательство в любом. Одно дело бороться за мир и совершенно другое реалии. Вот когда вы будете министром обороны, вы забудете все то, что вы сейчас сказали. Поверьте мне. Поверьте мне. Дальше. Значит, никто... Поверьте мне, будет здорово, если вы ответите на никто вопросы. Никто сегодня, пока присутствуют российские войска, ни в Организации Объединенных... США и Европейский Союз категорически не поддерживают этот нейтралитет. Не поддерживают. Нет, они уважают право Республики Молдова решать сами. Но, не Но гарантии для этого нейтралитета давать не будут. Потому что он замешан не на желании Республики Молдова никуда не вмешиваться. США. Вы забудьте, не забывайте ни на секунду... наши взаимоотношения с Румынией. И я не забываю. Часть, как часть, я большая не часть. Я, вот я не говорю про унионизме. Я говорю про то, а я можно говорю цитату? Вообще. Вот, да, вот, да. Поэтому, вот свеженький поэтому, если вы будете игнорировать и забывать, нет, вы ничего не поймете. Нет, я о Румынии думаю. Вот читаю Йоханнеса. Да. Неделю назад буквально говорит. Румыния добилась на саммите НАТО размещения на ее территории операционного командного центра Альянса и получения постоянного статуса, находящейся в стране многонациональной бригады, заявил на пресс-конференции президент Румынии Клаус Йоханнес. Вот как я могу это забыть? Ну, понимаете, да, я понимаю, что происходит в соседней Румынии. Как идет усиление, как идет усиление натовских... Вот я это не забываю. О роли и не забывают Румынии многие. В регионе и так далее. И когда мы не говорим о международных гарантиях, мы тоже не забываем. И Румынии не Господин забываем. Шиповалов. Да, верю. Не забываю. Вот здесь вы как раз затронули очень интересный вопрос. Мы говорим о нейтралитете, да, но в то же время соседнее с нами государство не хочет с нами подписывать договор о границе, не хочет подписывать базовое соглашение и так далее. Я имею в виду Республику Румыния, да. Вот я думаю, что как раз вот понятие постоянного нейтралитета и помогло бы нам установить дружеские, действительно дружеские, уважительные отношения между нашими государствами. Почему-то... Не только здесь надо брать российскую сторону, здесь есть вот ближайший сосед Румыния, у нас не очень большая проблема, у них претензии территориальные к нам, у них претензии вообще по нашему уничтожению. Да там есть большой список стран, поэтому, когда мы говорим хотели, о чтобы постоянном военном нейтралитете, написала. То я понимаю, что имеет в виду здесь президент. Он имеет в виду президента по значению действительно, что мы под этим понимаем. Наши какие-то вопросы, связанные с Румынией, с Украиной и с Российской Федерацией. То есть они будут, они это решаются, ближайшие соседи, да, конечно же. Вот. И они будут как-то решаться. Поэтому он и говорит, концепция постоянного нейтралитета, мы должны сами разобраться с этим. Так. Чего мы хотим от других, каких гарантий. Так? Так. Вот. А потом мы говорим о новой стратегии национальной безопасности, потому что это составляющая часть, органические законы, соответственно, понятие в нашей внешнеполитической деятельности с нашим с Европейским Есть. Союзом, с Соединенными Штатами Америки, с Российской Федерацией в первую очередь. Спасибо. Очень жарко было. Время вышло. Время вышло. В 94-м и в 96-м году это вот сейчас пытаются задним ходом привести. Но поверьте мне, ничего из этого не произойдет. Ну. К счастью, 99% румын и 75% молдаван. Я демократично не имею права, согласен. Да, вот как бы у вас есть ваше видение, вы вправе совершенно его излагать. Спасибо, я только хотела бы одно сказать, и если возможно, то, не знаю, добавить, Борис Андреевич, тому, что сказали вы по окончанию. Вы сказали так, что вот мы хотим гарантии от них, да, вот от того. Конечно. Знаете, я бы не так сказала. Первое, самое первое, не хотеть от них гарантий. Самое главное, чтобы в Республике Молдова хотели мы. Политическая элита. Вся. А здесь у нас вся. А вот здесь у нас проблема. Проблема. Поэтому прежде чем ждать гарантии, говорить о том, что тот виноват, а тот не такой, а вот то не то, давайте все-таки начнем с какого-то консенсуса в
стране, вот среди нас. Согласен. И тогда, возможно, наши переговоры пойдут проще. Потому что то, что они будут непростыми, в этом я уверена. Студия показала. А консенсус здесь укрепление, сохранение молдавского государства. Представляет спасибо. Вам больше времени не могу никому предоставить. Поэтому спасибо вам. Приходите в нашу студию всегда. Разные точки зрения. Как говорится, чем богаты, но мы ставим как бы во главу угла необходимости вашего информирования. Поэтому смотрите программу «Полис». Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго и доброго вечера.